26 января – день старта грандиозного марафона «Грации» конкурса «Мисс Беларусь-2018», организованного телеканалом ОНТ, Министерством культуры и Национальной школой красоты. Такого масштаба конкурс не знал давно. В поисках королевы красоты команда ОНТ отправилась в путешествие по всей стране. Первая остановка – город Надсожин. Отборочный тур – процесс волнительный. Одно они знают точно – проявить себя нужно на все 100. У каждой всего несколько минут, чтобы поразить жюри. Правильный настрой – 50% успеха. Отборочная комиссия не оставляет без внимания ни одной детали. За эффектными внешними данными – данные вокальные и хореографические. Куполинка, куполинка. В этом году обладательница короны «Мисс Беларусь» представит страну на конкурсе «Мисс Мира», поэтому иностранный язык – серьезное преимущество. I'm an choreographer. I'm in love with my family. Und als ich so fragte, da murmelte Bach. На погига, якого касильта те янын. Ну и, конечно, знание белорусского – обязательный пункт требований. Ты поклич меня, позови, там забудемся в хмельных травах. Тех, кому удается поразить комиссию своей коммуникабельностью и талантами, ждет дефиле в купальниках. Я решилась оригинальничать, связала себе купальник крючком. 2 недели вязала. Идеальные внешние данные, таланты, знания белорусского и иностранных языков – важные ингредиенты успеха. Но главное – все-таки в другом. Девушка должна обладать, прежде всего, высокоморальными принципами. Она же должна быть умна, добра. И в целом должна быть образцом внешней и внутренней красоты. Именно таких девушек ждут на отборочных этапах и в других областных центрах. Ближайший уже в это воскресенье, 28 января в Витебске. Кстати, каждый сможет следить за ходом отбора в прямом эфире на YouTube-канале ОНТ. А еще больше эксклюзивных фото и видео на страницах ОНТ в социальных сетях.